Друзья, мы неподалеку от нового музея вооруженных сил и музея подготовки офицерского состава Финской Республики. Здесь выставлено несколько невероятных экземпляров и артефактов военной техники. Данный образец доказывает, что свастика была не только символом нацистской Германии, но и до 1939 года ей украшались и финская военная техника, так как свастика является древним языческим символом, обозначающим успех, вращение, пересечение двух энергий и так далее. Мы с вами видим здесь легкий танк, предназначенный для марш-бросков, под великолепной конструкцией. Конструкция очень простая. Круто-сварная труба с вырезанными полками имеет стяжки и шпили. Все это покрыто мощными клее-деревянными балками и стропильной системой с обрешеткой, без утепления. Колонны выполнены из квадратной трубы на стаканных компактных фундаментах. Соединение военной техники и легких деревянных конструкций.